Добраться мы смогли, проехать в Утесное можно только со стороны Тереховки, и то там вода как бы, ну, вроде падает. Хотя люди переходят вот через дорогу, через мост, по колено воды. Ну, народ ездит вокруг Утесное, типа, через Совки. Воды еще очень много, то есть, хотя спад уже есть, конечно, но воды все равно очень много. У нас тоже здесь вот как бы вроде было нормально, удаление смыло все домики, беседки, где рыба подвесная, под самую рыбу вода стоит тут.